Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Да, и наконец-то я открыл свой сервер, который все так долго ждали, надеялись, то, что я его открою. И вот, да, я его наконец-то открыл, и сейчас я не сниму такой небольшой обзорчик, что тут как вообще почем. Ладно, в первую очередь, то, что бросается в глаза, когда вы появились вот тут вот, это вот такая прикольная таблица, где написано все самое основное, то, что есть вообще на серве, и то, что вас ждет в дальнейшем, в будущем, ну и так далее. Первое — это меню, но оно есть у нас в руке. Вот такое тут меню, прикольненькое довольно-таки. Вот, вот, еще раз пробежимся. Батуты есть, автошахты есть, паркур еще строим. ЗАГС тоже вроде где-то был. Где-то нам на заднем фоне. Донат есть, разумеется. Магазин тоже есть. Свадьба. Ну, тоже есть, наверное. Также на серве есть NPC, которые стоят и продают кейсики, и меню, и донаты, и так далее. Вот такие вот прикольные кейсы, которые один мы сейчас откроем. И что из нас? Из него выпадает. Выпадает, выпадает нам. Разумеется, говно, да? А нет, ну хотя все равно говно, потому что не зачарованное. Также есть такой кейс, где книжки, и такой кейс, где зельки. Ладно, идем дальше. С этой стороны вас приветствует автошахта, с той стороны наковальня и зачаровальня. Две штуки, которые для суперских, у кого 30 левел, и для ложков. Да, будем так говорить. Сейчас зачаруем даже. А нет, мне нельзя, потому что у меня уровня нету. Ладно, не суть. И, разумеется, тут наковальни. Вот, сколько. Так, идем дальше. Приветствует вас также тут на этом серве кейсы, которые, ну, просто вот не могут не радовать. Да. Вы можете тут купить кейсик самый дорогой, который недавно появился на серве. Называется капля надежды, вроде как. Да, капля надежды. Открываем и смотрим, что попадется нам. Конечно, книжки. О боже мой. Мне же это так надо. И тут, конечно, каждый кейс, там есть что-то свое. Тут, допустим, чисто все холодные, с холодной тематикой. Тут что-то в виде зомби, что ли, тематика. Ну ладно, не суть. Как же получить эти кейсы и вообще как зарабатывать деньги? Есть очень-очень много способов. Первый. Вы просто копаете в шахте, алмазы добываете, потом печатаете в шоп и продаете данные алмазы, данные вещи в шопе. А можете устроиться на работу, вот, шахтер, и добывать алмазы, также получать деньги, а потом продавать, короче, вдвойне больше. Также донат посмотрим. Админ сотню. Вы можете купить его, банить игроков, ну там снимать, что банить грифершоу и так далее. Да, кстати, кто сейчас первый купит админку или модера или так далее, сразу снимается у вас префикс, потому что, ну блин, первый покупатель — это хорошо. Это просто отлично. И вот такая вот тема. Также на серве присутствует главный админ, у которого доступны также многие команды. Создатель. Доступ у него есть к приватам, поскольку я помню, да. И основатель. У него доступ ко всем вообще приватам и командам. И вообще ко всему. Сейчас я покажу самую главную вещь. Вы думаете, то, что вот этот маленький такой крохотный спавн, да? Фу, фигня. И тут такая дорожка, да? И вот все думают, то, что фу, что за говно, что за крохотный спаун. Сейчас добежим и смотрим. Ой, я сейчас как подлагнет, наверное. А, нет. И, ой, я задел Малеха. Ну, короче, вон там еще вот просто вот много путей, переходов и вообще много чего там. Вы просто будете бегать где-то, пытаться найти выход, и в итоге, может быть, найдете. А можете просто пробежаться вперед по спавну, спрыгнуть, и вот тут уже выход. И побежать там по своим делам. Ладно, как-то так. И если вы тут впервые на канале, можете подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Заходите на мой сервер Negativix.
Всем удачи, всем бай-бай, гудбай. Всем пока.